Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр Funcom. На обзоре мультимедийная система на базе Android от компании CanBox для Volkswagen Passat в B6 кузове. Модель H-Line с 9-дюймовым экраном и физическими клавишами. Встает в штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Выглядит все достаточно аккуратно. Меняется вот эта вот часть. Рамка выполнена из серого пластика. Все очень хорошо сочетается с штатным пластиком. Сам корпус магнитолы из черного матового пластика. По краям располагаются вот такие физические клавиши для управления магнитолой. Есть регулятор громкости, переключение треков и получение быстрого доступа к различным функциям магнитолы. Например, можно быстро открыть радио, навигатор, вернуться на домашний экран и многое другое. Это очень удобно, так как в комплектации автомобиля нет никаких кнопок управления мультимедией на руле, поэтому в движении гораздо более удобно пользоваться именно физическими клавишами. Сканшины автомобиля адаптируются. На экране отображается информация по внешней температуре, которая берется с датчиков автомобиля. Отображается информация о подкрытых дверях. С подсветкой также адаптировали. При переключении габаритов автоматически регулируется дневной и ночной режимы. В специальном меню автомобиля выводятся штатные указания по автомобилю. По мультимедийным функциям данная магнитола, конечно, гораздо более интересная, чем штатная. Работает на операционной системе Android. Работает все максимально быстро, плавно. Вполне удобно всем пользоваться. Вот так это выглядит с водительской стороны. Здесь, кстати говоря, ничего не перекрывается. Все также функционирует, все работает. Ничего здесь не заедает. Все рассчитано. По мультимедийному функционалу доступны все современные мультимедийные функции. Можно скачивать любое приложение из Google Play Market. Самые популярные здесь уже предустановлены: Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, Кинопоиск, YouTube и многое другое. Поддерживается Android Auto либо CarPlay как проводным, так и беспроводным способом подключения. Есть эквалайзер для настройки звука с множеством настроек. И плюс этой магнитолы то, что она процессорная, поэтому звук на достаточно хорошем уровне. Есть также возможность подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки либо для громкой связи. Доступен режим разделения экрана и множество других полезных мультимедийных функций, которые ранее были недоступны в автомобиле. В бардачок выводятся USB-порты, которые поддерживают передачу данных, поэтому сюда можно подключать флешки, жесткие диски с мультимедией, с музыкой, с фильмами и воспроизводить это все на магнитоле. И также еще дополнительно выводится вот такой вот слот под сим-карту для подключения к интернету, чтобы пользоваться всеми возможностями магнитолы. К интернету вы можете подключиться, либо установив сюда сим-карту, также можете развить интернет своего мобильного устройства через режим модема и подключиться по Wi-Fi. Для более комфортной парковки установили камеру заднего вида. Она идет со значком Volkswagen, то есть меняется полностью весь корпус этого самого значка. И при включении задней передачи камера выезжает из этого значка. Плюс данной системы то, что камера всегда будет оставаться чистой. Картинка на достаточно высоком уровне, Full HD, достаточно широкоугольная линза в 150 градусов. Поддержка динамических линий присутствует. И также здесь сбоку выводится информация по парктроникам. Есть настройки по яркости, цветности, контрастности и настройки вот этих парковочных линий. Также дополнительно установили видеорегистратор. Вот так он выглядит с водительской стороны. Он прячется за зеркалом заднего вида. Сам в очень компактном, аккуратном корпусе, выполненном из металла. Все подключение идет скрытно. То есть от регистратора идет провод. И далее уже под обшивкой он проходит до магнитолы. Все управление регистратором идет через магнитолу. Здесь есть специальное приложение, где мы видим изображение с регистратора. И здесь полностью все управление по нему. Отсюда из этого приложения можно просмотреть записанные материалы. Также здесь есть система ADAS, которая определяет полосу движения и расстояние до впереди идущего автомобиля. Картинку записывает Full HD и угол линзы в 170 градусов.
Обращайтесь к нам в компанию за мультимедийными дооснащениями для вашего автомобиля. Есть множество различных вариантов на практически любой автомобиль. Более подробную информацию вы сможете получить на нашем сайте. Также можете обратиться к нашим менеджерам, они вас проконсультируют и подберут лучший вариант. На данный автомобиль также есть различные варианты мультимедийных систем по диагоналям экрана, по характеристикам, по ценам. Всю информацию можете узнать на нашем сайте. Также у нас в магазине есть доставка по регионам с постоплатой, вы сможете принять товар, проверить его и только после этого платить. Есть собственная служба технической поддержки, которая ответит на все ваши вопросы, и от магазина дается гарантия как на оборудование, так и на установку. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи!